Спасибо, Виктор Славович. От себя, от студентов, хочется добавить совсем кратко о том, что за последние 2-3 года активизировалась та работа, о которой упомянул Вячеслав Александрович Бородавкин, об обмене студентами, о их поездках. Сами студенты проявляют заинтересованность в том, чтобы оказаться в таких местах, как Центр подготовки космонавтов. Мы буквально в декабре ездили с ребятами, общались с нашим выпускником Иваном Вагнером. Этот студент закончил в 2008 году военмех, еще жил в одном блоке с моими друзьями по общежитию, а уже сейчас он попал в отряд космонавтов и готовится по программе штатной. И я надеюсь, скоро в этом ряду картин с изображениями наших знаменитых выпускников появится и портрет Вани. К сожалению, выйти на связь он с нами не смог, он был занят. Сегодня он звонил, как подсказывает Михаил Никитич, поздравлял всех нас студентов, желал не сдаваться, потому что ему самому было тяжело пробиться к своей мечте, но он добился этого, и дай Бог добьется новых высот. Также интереснейшие поездки устраивает для нас, причем интереснейшие с точки зрения, не только с точки зрения развлечения, а с точки зрения науки и учебы, Российская космическая корпорация «Энергия». Ребята уже второй, третий год ездят на слеты студентов. В этом году их прошло даже два. Очень приятно, что корпорация заботится о молодых специалистах, заботится о нас, студентах. И я вам советую, ребята, когда вы будете выбирать место, которое вы себе присмотрите, да, место для работы, смотрите на те предприятия, которые с нами сотрудничают. Вам будет и интересно, и легко. Вначале, может быть, слегка тяжело, но дальше это станет делом всей вашей жизни. Уже сейчас, например, наши выпускники 2-3-летней давности являются руководителями отделов, начальниками секторов и решают интересные задачи и зарабатывают хорошо. Вот так вот упомянул я Российскую космическую корпорацию, и сегодня хочу представить почетного гостя, представителя Российской космической корпорации «Энергия», ветерана ракетной космической отрасли, ведущего конструктора по «Бурану» Кравчинского Сергея Владимировича. И хочу ему предоставить слово для очень интересного рассказа. Спасибо.